Скажите такой еще вопрос. Когда-то, ну, вы в вашей книге пишете о том, что очень хорошо в приятельских отношениях с Дорианом Ятсом, можно сказать, в дружеских, да? Вот. Но в данном случае нас интересует Дориан Ятс. И он вот на форуме Muscular Development выложил свой курс подготовки к мистеру Олимпия 92-го года, по-моему, или 93-го. Не столь важно. Суть у нас вопроса в другом, да? То есть общая там дозировка не превышала 1.5 грамма, то есть всех препаратов, да? Реально ли было в те года, в 93-м, там, 94-м, подготовиться на вот таких вот дозировках к соревнованиям, даже пускай не выиграть мистер Олимпия, а просто как бы вот к профессиональным соревнованиям. И реально ли это сделать сейчас на таких же дозировках или нет? Ну, я считаю, если 1.5 грамма одного продукта, 1.5 грамма другого, 1.5 грамма третьего. Нет, там в сумме было. То есть это около грамма тестостерона, нет, где-то там полграмма деки, например? Нет. Нет. То есть ни тогда нельзя, ни сейчас? Нет. Нет. Это по 1.5 грамма надо, там, чтобы 8 препаратов тогда. Вот. Потому что, ну, я писал в книге, да, что делал Вик Ричардс, который не выступал, в принципе, в мышечной массе. Это единственный человек, кто не выступал в мышечной массе, Дориан Ятс. И он никогда не выступал, но он на показательных выступлениях зарабатывал такие большие же деньги. Да, $1 миллион зарабатывал на гостевых позированиях в течение года. И я могу тебе сказать, это я на своих глазах видел, 5-кубовый шприц или 10-кубовый, 5-7 кубов одного, там Винстрола, 5-7 кубов тестостерона, 5-7 кубов этого, несколько таблеток, курс таблеток этого, еще 5-7 кубов от этого, вот, и вот это. И это в день. Да, это за раз. За раз. Да, вот. И потом, как бы, и это там на второй, на третий день опять то же самое. А вот. Там. Но тогда не было гормона роста. Ага. А гормон роста, он как бы. Гормон роста пошел постепенно, начали употреблять только в 92-м году. Только начали некоторые употреблять. Потом это где-то в 95-96 году он уже больше как бы пошел. А вот такие еще, ну, как бы, не знаю, слухи, объективная информация, что профессионалы до 20 единиц гормона роста употребляют в день. Это так, да? Да. И я буду довольно сейчас готовиться где-то.